Миланька, не расстраивайся, ты чего? Ты посмотри, какой папа арбуз есть. Сейчас и тебе, и бабушке, и ребятам-строителям, всем достанется, все будет хорошо, ты расстроилась. Чего? А она на ручки хочет. А как же я арбуз тогда нарежу, а? А я потом... Миланя, давай договариваться, смотри. Давай, иди сюда. Давай, давай, моя хорошая, смотри. Папа тебя подвозит сюда, самое видное место, смотри, а? Люди за этим через весь мир едут в ресторан ко мне попасть, чтобы посмотреть, как я там что-то с Маратом готовлю. А тебе VIP-места. Ты посмотри, какой каунчик. Ах ты шо, свежак. Катюня? А ты уже снимаешь? А ты думал, что? Курочек нам надо завести, понимаешь? Гусиков, кроликов, в конце концов, чтобы это все было еще кому доедать. Друзья, всем привет, с вами я Скрипован. Привет, мои хорошие, эх ты, друзьяки. Вот всем, вот ту красоту, что я. Короче, начало видео, хвастаться не буду, это я снимал. Такая прелесть, ребенок не даст соврать. Ты пока ходила там, выясняла, какую плитку куда клеить, я немножечко дал людям красоты. Ребята, чтобы в каждой хате вот так вот было, понимаешь? Вода там, не знаю, арбузик, в конце концов, кусочек земли. Как его резать? Большими скидками. Вот так вот? Тихо, 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 тихо. Давай так вот напополам. А, половинку в холодильник сейчас отнесем. Угу. А половинку сейчас... Съедим. Съедим, да. Наконец. Серега тут остался. Рома наш уже маляр. Такой красавчик. Сейчас я вам, ребята, покажу, вы обалдеете. Короче, сегодня видео не за рецепт. Не-не, рецепт арбуза там не будет, все нормально. Как это? Были бы гроши, а арбуз будет. Давно мы не показывали, что у нас там происходит. Если тебе не нравится, если ты ждешь, что сегодня будет там марат, плов, так этого не будет. Сразу. Завтра будет. Да, сразу. Это будет завтра. Будем завтра такой плов готовить, вы обалдеете. Сегодня просто хотим показать немножечко, что у нас там произошло. Потому что знаю, что много людей, ребята, дуже дякую, что вы за нас так и болеете, и переживаете, что у нас там происходит. Все нормально. Идем покажем. Пошли, да? Ну и вы в баню тут арбуз, дай руки сполосну и что, поехали. Ты не будешь резать арбуз? Я уже разрезал. Половина тебе, половина маме. Ясно. Кусать не буду, идем. Ну, где же ребенок же плачет? Ей уже пора с патоньки, скажи. Идем, 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 идем домой, пошли. А ты с ней на коляске поедешь туда? Думал, на ручки возьмешь. Катенька, тебе не надо думать, иди просто снимай. Угу. Ребята, welcome to home, ёшкин ты кот. Вот здесь вот, чтобы вы понимали, уже плитка лежит. Блин, просто Серега ее уже накрыл. А что ж тут Сережка, видно? Сережка, там самое красивое все под... Можно я аккуратненько приподниму, пока Серега не видит? Покажу. Тут что-то видно? И что? Что-то Катя, видно? А ну-ка его, Любочка моя, в баню. Ага, ага. В другом видео покажем, пока меня Кондрат не взял. Там красивая плитка. Очень красивая. Да. Как в замке средневековом. И что, ванную покажешь людям? Ну, покажу, что тут не особо ничего... Слушай, давай не особо, потому что многие ребята тоже строятся, кому-то что-то пригодится. Чем мы выравнивали стены? Не тупи, отвечай давай. Ты все знаешь. Сережа. Вот это вот... На основе... Изогипсом, да? Бетона. Бетоном, да? Клей на основе бетона. Мы здесь использовали... Рома, помоги. Рома. Рома хороший парень, замечательный, удивительный, молчаливый человек. Ребята, там в конце, когда стройка закончится, Рома освободится, мы дадим его контакт. Вот за него. Ну вот век на лодке не кататься. Вот он хороший. Сегодня наштробил тут красоты какой. Ты знаешь, что это здесь будет? Да, ты же мне уже сказала. Ты что, тут в тупой еще тупее играешь? Полотенце-сушилка, встроенная в штукатуренную в стенку, правильно? Ох, какой ты молодец. Ничего да. Не висит, небо, что не обжигаешься, просто вешаешь туда, снимаешь все сухое. Нет, тут наверху. Да ладно, не надо рассказывать, что тебе умоляю. Короче, стенки. Пьет Рома, мы спросим, чем это было сделано. Стенки уже выстроили, маяки обязательно вырвали, щекотурка почти готова. Осталось что? Чтоб сюда зашел Сережа, ребята. Если Рома парень огонь, то Серега это вообще, именно не знаю. Это... Идем покажем ступеньки, какие он сделал. Да подожди ты, я хотел... Катя! Ага. Зачем ты мне всю жизнь перебиваешь? Я уже сыт по горло этим всем уже. Ну вот на самом деле уже наелся по самые эти помидоры. Ну ты можешь быть... Моя девочка блин. Любимая, моя хорошая. Все, ты маленькая мамина строитель. Прошу тебя, не перебивай, поняла? Я же за Сережу не договорил. Хотел сказать, что это Пикассо, Малевич, сиди своего дела, елки-палки. Человек, ну я не видел, чтобы вот так вот подходили к делу. С такой любовью. Сережа, наш подписчик, боженька, по словам, спасибо.
Там ты, ребят, не отвлекай, пусть работают. Иди сюда. Сережка, мы же вальс с тобой можем станцевать. Катюня? Это что, Поднебесная? Угу. Нет. Лучше пусть не Поднебесная, просто залла. Ребята, добро пожаловать в бывший гараж. Вы посмотрите, те, кто нас смотрит, вы помнили, что здесь было? Ха-ха-ха! Вообще ничего не помню, я ничего не помню. Рома, обалдеть. Скажи мне, у нас Рома хоть раз на видео попал? Нет, по-моему. А не, может это быть, человек, попал. Которого не видно и не слышно. Хороший парень, но с ним невозможно разговаривать. Он тупо стоит, молча и работает. Вообще просто огонь. А ты ничего так тут смотришь сейчас, Сережка? С детенком? Ну, такой, да. Усатый нянь такой. Танцуй зе мною, повильно. Катенька, вот это ты, конечно, придумала. Ребята, если у вас в доме есть гараж, то оно вам не надо, елки-палки. Продайте ворота, купите окно. Все будет нормально. Ты посмотри, а? Я как подумал, что здесь была яма. А сейчас здесь не хватает только... Не печки. Знаю. Печки. Да успокойся со своей печкой. Я сказал, что не хватает шума детей. А как это? Вон у тебя сидит. Еще двоих. Троих, четверых. О, тебе печка, печка. На, скотч погрызи. Идем, Катенька. Я тебя попрошу, давай мы с тобой как-то договоримся. Давай, давай, любимый, давай, как скажешь. Все сделаю, как ты хочешь. Говори, что надо. И так весь мир знает, что ты ржешь как не в себя. Так еще и будут думать, что ты какая-то у меня подгоревшая с этой печкой уже. Так пусть думают, что хотят. Да перестань, ты хотя бы, ну, хотя бы не на люди говори. Это же прямой эфир и вырезать невозможно. Вот ляпнула как воробей, и все, и не улетит. Ты хотел ступенечки показать, да? Я? Да. О. Фильмоскоп у тебя, тебе и показывать. Красиво как. Ты показывай. А здесь вот готовятся делать откосы, я тебе расскажу, Сережа. Вот там утеплят пенопластом. Здесь будет аквапанель. Тебе интересно это? Ну, слово красивое. Ага. Ну. Тут березы растут. Да, там у меня будет это чайный, то, что я знаю. Чайная зона. Я там буду пить чай по утрам. Скажи мне, а чай растет в огороде у нас? Ну, не знаю, ну посадим. Шо, ну, в Турции растет, а у нас что? Ну, можно вон взять лист смородины. Да не растет, мяту. Солнышко, ему надо высокогорная территория, влага и прохлада, понимаешь? Да, там хорошо, Сережа. А ты что думала себе? Ничего, просто вазон думала, чай посадить? Из подручных средств. Сама поднимай, твоя дочка. Миланька, Миланя, ты тихо не расстраивайся, все будет нормально. Ты посмотри, как уже выглядит кухня, а? Вот ты немножко подрастешь и будешь с папой здесь омлет готовить. И будешь вспоминать вот эти вот моменты, когда здесь только-только плиточка появилась. Ульяночка сюда клеила плиточку. Что-что? Ульяночка сюда плиточку. И Ульяночка плиточку, и Елисейка здесь два раза упал. У каждого есть свои хорошие воспоминания. Скоро бойлер повесим. Это не ты бойлер, посмотри. Это котел. Ладно, и ты не делай из меня идиота, елки-палки. Что ты как это? Ты посмотри, иди сюда, как покажи, как человек работает. Посмотри. Как в плитке, вот так вот, шикардос такой вот сделал, все четненько выпиливает, миллиметр в миллиметр. Я же говорил, что с любовью. Там что еще надо, этот, промазку замазать? Затирку, Сереженька, затереть. А, понятно. Тут порог уже готов? Не, я обалдею, эти откосы, эти гладкие стены, Катюша. Там Миланька, слышишь? А, пошли выйдем. Покорми дочь, оператор. Выходи давай. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, да. Вот. Что вот? Какая красота, ты видишь? Ну да. Что ну да? Вижу. Ступенечки. И тут тоже откосы готовятся. Быть красивым. Теперь если споткнулся, то с таким удовольствием, а? Чего ты тут должен вспоминать? Да вообще, я говорю, чтобы приятно... Видишь, хватает на ступню. Серега, а что это за... Интересная штуковина. Ну, сетка это... полумалер. От комаров, но короткая. Нет, это специальный профиль с резиночкой, пристенный. Когда вибрация идет по окну, здесь у вас не идет трещина. Ага, потом благодаря вот этому, да? Благодаря, она со своей... благодаря вот этой резинке, вот это снимается, отрывается. И тут получается аккуратненькая резиночка. Ага. Все, я понял. Здесь отшпаклевывается клеем, красится. Шпаклюется. Между прочим, много это людей вот так вот спрашивали, что нам сделать с откосами. И в итоге мы приняли решение их просто зашпаклевать. Да. А сюда на углы мы поставим углы, декоративные углы.
перекроем вот этот рез некрасивый кирпича. Вот то, что у нас получилось от старого окна, от этого подоконника. Да. Так что, ребята, смотрите внимательно, будет залипательно, короче. Из того, что мы там спрашивали, так мы уже сами знаем. И кому надо, обращайтесь, подскажем, правильно? Все. А на окно с той стороны, точнее, с внутренней стороны, такое же прилегание получается окна к откосу. Там, ты сказал, надо акриловый герметик, да. Что, Сережка, успокоился? Бабочки летают красивые. Конник мой ретивый. Вадик, спасибо огромное. Смотри, ты видишь бабочку? Да. Только это не бабочка, Сережа. Это какой-то джмель. У него большой хобот. Смотри, чтобы тебя не ужалил. Только тебя хоботы могут ужалить. У пчел другое хобот. Жал. Идем красоту покажем. А я думала, что я могу здесь... Что, включить пенсионерку до конца своих дней? Ничего, тебе еще унитаз там устанавливать? Следить, чтобы это правильно было? Не мне, слава богу. Нет, это надо у нее забрать. Кого? Куколку с ватой. Она ее кушает. А что? Серьезно? Ну да. А что, это уже несъедобное? Как-то воздержаться надо. Катюня? Куда ты меня ведешь? Виталик! Я Виталику нашему хочу урожай привет, показать. Витала, братжан, стакан вина с меня, что ты понимал. Елки, ты палки. Ты видишь, как он подстриг? О, смотри, птицы клюют. Птицы? Нет, это не птицы, так вот могут быть осы бить. А вот понимаешь? Виталик одел в мешочки? Ну да. Свои гроночки. А ты чего не одел? Объясню. Через мешочек пробовать неудобно. Так нечего пробовать. Катюня, это же вообще экспериментальный был. Мы сюда пришли, лоза росла, мы не знали, какой виноград. Теперь мы знаем. Вот это большой, круглый, красный. Угу. Вот это розовый, продолговатый. Тоже не маленький. Ты что, их тут натирал, стоял? Нет. О, хлопается прямо, смотри. Ну, он чуть зеленковатый. Ему еще стоять и стоять. Думаешь, сочный. Такие сорта вообще до ноября стоят. Конечно, не с твоим аппетитом. Лошадиным. Это, наверное, киш-миш. Тут тоже непонятно что. Да это кей, идем, у меня. О, боже мой. Тебе видно это дерево? Да. А? Давай обниму тебя, чтобы ты не бурчал больше. Вообще-то я не бурчу никогда. Просто сейчас не хочу тебя видеть. И не надо вот эту фигню говорить всем людям на весь мир. Ты оператор, тебя поставили снимать. Снимай. Это у тебя с возрастом проявляться стало, Сереженька. Даже муравья засняла, понимаешь ты? Ты потом посмотришь вначале видео, как я на арбузе мошку сняла. Я только что муравья сняла. Вот это вот. Фильмоскоп огонь так снимает, Катюня. А ну иди открывай пельку, а я тебя потрушу сейчас так вот. Пелька у тебя. Ладно, хорошо. Давай я вот так вот аккуратненько. Пособираю. А что ты знаешь, что такое пель? Я в кино слышал, да? Угу. Что-то с ртом связано. Там, закрой пельку, правильно? Ой. На, любовь моя, все для тебя. Повезло ж мне с таким человеком познакомиться было когда-то. Который умеет сажать арбузы. И я тебе, это не просто пустословие и многозвонство, иди сюда. Только смотри, не споткнись и не ударься, смотри. Что ты окаешь, тихо. Ты бачишь уже какой? Я думал, вообще в этом году не будет. Смотри, сейчас обойди. Я сейчас пойду, а я цветочки? Смотри. Ага. Ты сейчас посмотри. У тебя будет больше скоро арбузов, Сереж. Как это? Что это? А я вам сейчас возьму, это? Я взяла кисточку из дома. Это то арбузы или дыни? Вот цветочки? То? Ага. Дыня банановая. Хорошо, будет больше дынь, значит, не арбузов. Я взяла кисточку, сейчас я положу по разным цветочкам и опылю тебе их. Что? Ты что, уже конец августа? Какие сейчас разные цветочки? Ничего. Не, есть один цветочек, конечно, просто я не знаю, но там не надо вот это вот опылять. Потом получится вот эта вот мохнатая дыня или что? Или сдатый арбуз. Что? Дыня-арбуз. Точно! А, да. Это ты сейчас будешь заниматься пчеловодством вот этим искусственно, опылением. А если ты цветочек дыни, а в цветочек арбуза потрешь, что получится? Не знаю. Не могу тебе ответить. Ну давай попробуем, давай, ребята. Конечно. Оставайтесь на канале полтора месяца, не больше. И что-то вы увидите, что у нас получится. А может, мы что-то с тобой такое придумаем? Может. Что нам китайцы скажут? Чмонь, 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 чмонь. Может.
Почему только китайцы? Что еще показать, а? Почему только китайцы? Вот ну, я, китайцы впереди планеты всей. Что? Вместе с тобой посадила редисочку, и кинзу ты вскопал. Я посеяла, потом ты полил. Посмотри, какая... А ты можешь нормальным голосом говорить? А? У тебя что? Сериалы перепутались? Почему у меня ненормальный голос? Не, голос нормальный. А что ты его... А я посеяла, а ты вскопал. О, Энджи, это тебе не губы накачивать. Ты посмотри, это что? Кинза? Да, которую в агромаркете купили. Пахнет? Да ты что, не понимаешь? На, иди сюда, бараниной. Ребята, обалдеть. Тихо, ё-моё. Да у меня аж ноги уже начало вязать от этого аромата. Все, Катюшка, вырубай, я буду полоть грядку. А? Шикардос какой. Надо было всю посадить, Серёж. Редисочку. А не... чего? Я специально вскопал здесь, подготовил эту атмосферу, чтобы вот засеяла по самые не помидоры. Буду рядочками. Я вот просто набросаю в следующий раз, и все будет хорошо. Да? Да. Да? Да. Все, порядок. Марат, Джан, не переживай. У Марата еще два рецепта осталось, редиска связанная. Угу. Ждет, когда вырастет. Но редиску так быстро в Одессе съели, что мы не успели даже эти два рецепта воплотить в реальность. Что, Марат, здесь ровно, братик, на два рецепта. Угу. Так что такое. Что, все? От всей души и с хорошим настроением для вас. Были у нас в гостях вы. Ага. Ну и оператор с одесским любаном. Всем пока-пока. Чао. Чао. Что ты застыл, Сережка? Хватит даже. Жил, когда ты скажешь, камера, мотор, все, снято. Все, снято. Снято? Ага. Ты что, короче, сейчас едем. Куда? В Одессу. А уже хочется здесь остаться, скажи. Да. Давай здесь заночуем разок. Не, я так не хочу. Я хочу, как в первую брачную ночь. Без меня вот. Физического такого в мыслях. Ага, такой лежишь, мечтаешь. Ладно, Энджи, поехали. В Одессу. Губы красить или что там делать. Не, ну шикардос. Просто шикардос. Я вообще хочу сказать, что он Ромчик, и вообще все ребята, те, кто принимают участие. Вствие. Вот это вот в создании нашего вот такого себе домашнего счастья. Ребята, низкий поклон и огромное благодарю. Вы лучше. И, боженьки, спасибо огромное, что посылают вот таких детей, людей, ребят. Ну, это что, ну, как это... Ну, так как они играются со своей работой, точно, что это дети, понимаешь? Ну, так взрослые, и есть. Взрослые, серьезные дети. Так это люди, которые любят свою работу. Что? Ты ушел? Персик хочешь? Нет, спасибо. А зря, там растет. Не, а это дерево ты уже обнесла, вот на том. Там такие персики, такие замечательные. А помидоры вчера мама была в гостях. Мы бы вам показали, ребята. Но... Ничего, скоро новые позреют. Точно. Вообще-то мы уже попрощались давно. Ну и все. Какая тыква растет, ты видела на ведре? Видела, видела. Сережа, он ждет нас. Хорошо. Что? Оставайся с ребенком до утра. А мы в Одессу съездим ненадолго. И вернемся. Будет у нас романтическое путешествие. Чего-то не она нормальная. Только надо 2, 3, или 4, или 5, или 7 раз грудь дать ночью, а так все нормально. Нету, у меня нету. Эх ты. Дай таке. Что, вы сегодня уже все на сегодня подались, да? Сегодня, да. Сегодня. Спасибо огромное. Если что, Серега. Номер телефона пока не дам. Спасибо огромное. Так, что завтра мы готовим плов, ты завтра что, здесь или выходной? Не, работаю. Работаешь? А завтра что, суббота? Да. Не, работаю. Завтра мы вряд ли, наверное, сюда уже поспеем, да? Я могу включать? А ты что еще снимаешь? Да успокойся, ты уже угорелый человек. Тоже получается у нее, видишь, работа любимая. Да ты меня уже застращал, я уже не знаю, на какую кнопку нажимать.